Так, всем доброго дня, очередной заказ. Это село Казанское по Носовихинскому шоссе, по-моему, это Павлопосадский район. Это баня, задача поставлена у нас такая, провести от колодца до того. Ну, там уже кабель кинули ПНД-трубу, завели в дом, вот в это место, по заданию заказчика. И здесь сделать нам надо разводку водоснабжения. Поставить автоматику для погружного насоса, он будет в колодце. Гидроаккумулятор вот привезли на 100 литров, фильтр. Водонагреватель 50 литров, сейчас все будем обвязывать. Значит, у нас получается вход в дом. Вот у нас ПНД-труба, мы перешли на металл, потом на пластик паяли. Это кабель от насоса. Сейчас мы его подсоединим к реле давления. Так, и он будет по давлению начну включать насос. А сам насос будет с поплавком. То есть реле сухого хода мы не будем здесь ставить защиту. То есть по мере опорожнения колодца он будет сам выключиться. Так, что здесь еще? Дом насчет бани на сваях. Так, и здесь обязательно установка саморегулирующего обогревательного кабеля. Взяли материал трехметровый, готовый. Взяли специально, значит, у нас переход. Ну, это уже в комплект идет. Вот такие вот два колечка, резиночка, чтобы стягивалась она и не пропускала у нас воду. Так как линия будет под давлением, обратный клапан будет стоять в помещении с той стороны, за стенкой. И всю воду будет у нас, вся вода сливаться на зиму, или как бы когда после отъезда заказчика, будет сливаться у нас в колодец через сам насос. Насос с медленным обратным клапаном, то есть он всегда в приоткрытом состоянии, и вся водичка туда потихоньку убежит. Сейчас мы, значит, запаялись, повернули через стенку, и сейчас, значит, вот опускаем кабель саморегулирующийся. Значит, пускается он, значит, вот так вот. Ну, можно проще сделать. Тут одной рукой я вот так вот это все подвинуть. Сейчас, минутку. Не удастся, наверное, сделать. Ну, принцип понятен, да? Значит, на 3 метра мы прямо в трубу опускаем саморегулирующий кабель. И вот этой гаечкой мы прижимаем, значит, та резиночка у нас сжимается и фиксируется. Вся, значит, здесь 3 метра. Значит, метр у нас под домом до земли, и 2 метра еще уходит в трубу под землю. Включается он только там, где почует минусовую температуру. Ну, не минусовую, а где-то плюс 3, он начинает сопротивление у него меняться, и в этом месте, именно в этом месте, он включается. То есть это не как система теплого пола врубил, и он весь работает. Он может рубиться там, вот он 3 метра длиной, а включится он где-то, вот где-то под, вот где под домом, почувствует похолоднее. Вот этот метр будет только включен, а все остальное будет выключено. Ну, сейчас мы сделаем и тогда посмотрим. Так, ну вот, ребятушки, прикрутили мы саморегулирующий обогревательный кабель, затянули, резинка сжалась, и у нас он стоит мертвым, вообще мертвяком. Вот, так что давление тут любое, и будет все очень хорошо. Ну а здесь потом заказчик сделает гидророзеточку и будет по приезду включать, заполнять систему, и все будет работать как часы. Ну ладно, сейчас будем работать дальше. По мере будем снимать. Так, ну что, ребятушки, продолжение. Вот, значит, сделали обвязочку. Обвязочку вот нагревателя. Поставили байпас сливной. Все будет сливаться у нас в колодец. Подача воздуха. Обратный клапан. Фильтрик поставили. Запорный кран обслужить, поменять. Так, что тут еще у нас? У нас, значит, реле давления. Этот запорный кран у нас идет на 100-литровый гидроаккумулятор. Байпасный контур.
обратный клапан, фильтр сетка грязевой и кран сливной. А это кран полностью закрывать воду на дом. Вот. Не хватило у нас 10 метров. 10 метров трубы не хватило. Надо вот отсюда протянуть. Вот в тот угол, там будет раковина. Так. И не хватило нам. Вот здесь вот будет помывочная. Это сауна, баня. Вот уже кинули мы. И вот еще 2 метра. И там 8. Так, это у нас подсмеситель. Здесь будет заказчик зашивать, поставит удлинители и уже плиточкой обложит. И смеситель прикрутит. Ну вот, такие пирожки, ребятушки. Снимать, я думаю, больше тут нечего. Что тут, 2 трубки, да 2 крана. Ну вот такой у нас получился бойлерно-котельный отсек. Сделали мы его специально не к стене, а вот смотрите, по 5 сантиметров мы снимали от стены, так как здесь потом будет делаться обшивка, как рабочие сказали нам, обшивочка будет 5 сантиметров. Спокойненько они все клипсики снимут, оттянут это все дело, опошьют и обратно клипсики на место поставят. И так везде. Вот такой вот видос. Всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому нет, обоснуйте. Это обязательное условие. Пока-пока.